слышишь? Что? Ну как что? Лес. Какой лес? Мы же дома находимся. Ну какой, какой? Ай, а где твоя фантазия? Ну, не надоело тебе еще тут в квартире сидеть? Представь, что тут птички поют, ручейки. Ну ладно, представила. И что? Ну что-что? А теперь не хватает только талантливого произведения. Ага, значит, снова почитаем. Ну да, давай почитаем сегодня снова нашу любимую Александру Артемову. Ну давай. А что будем читать? Ну, давай какую-нибудь историю про таких красивых лесных персонажей. Ну да, давай, я готова. Хорошо. Начнешь? Да. Эх, замуж бы мне за принца. Мечтала кикимора болотная, полеживая на берегу родного болота. Кто? Кикимора болотная. А почему сразу кикимора? Ну, ты рассказала какой-то волшебный лесной персонаж. Ладно, пусть будет кикимора болотная. Неплохо ты придумала. Это не я придумала. Это вот сказки про кикимору Александры Артемовой. Ну ладно, давай еще разочек. Эх, замуж бы мне за принца! Мечтала кикимора болотная, полеживая на берегу родного болота. Ну или хотя бы турист какой-нибудь зашел, ну там с этим, с фотоаппаратом Samsung Electronics. Эх, весна! Кикимора повздыхала еще немного, а потом грузно шлепнулась в воду, при этом с ног до головы окатив лешего стоящего рядом. Ну хорошо, буду лешим. Ну что же ты, душечка, не серчай. Попьем чайку, позабудем тоску. Давай уж подумаем. Давно уж в этих краях царевичи не захаживали. Лягушки-то царевны все перевелись, замуж повыскакивали. Да и стрелы-то над болотом уже больше не летают. Вот заведу себе котика. Кикимора высунулась из воды. Морского котика, а лучше трех. Котик-то, конечно, хорошо. Кивает леший. А принц лучше. Уж сколько я их дурила, царевичей этих, а они все равно на лягушек смотрят. Кикимора снова нырнула. Да ладно тебе, ворчунья ты моя, доставай уже чашечки. Боль, боль, боль. Ответила что-то кикимора под водой. Из дома она принесла самовар и чашки. Леший разложил на пеньке пироги. Стародавние знакомые сели чаевничать. А чай с лесными травами, как известно, всегда поднимает настроение и окрашивает серые будни. Попробуй пирог с морожкой. Пирог с морожкой. Ну ладно. Вкусно? Ага. То-то же. И заварим такого нет. Морожечка-то, она ж только у нас растет. Да и принцессы все тамошние на диетах сидят. Ам-ням-ням-ням-ням. Ответила довольная кикимора. Северное солнце ласково согревало снаружи,
Лесной чай согревал изнутри. Было спокойно и уютно, забытым людьми лесу. Эх, да, хорошо в лесу, но только я больше не хочу быть кикиморой. Не хочешь быть кикиморой? А кем хочешь быть? Ну кем-кем? Феей. Какой феей? Ну какой-какой? Лесной. Ну ладно, хорошо. Так, сейчас подожди. О, похоже? Ну, вполне. О лесных феях. А знаете ли вы, что в лесах, недоступных ноге человека, да, и руке, впрочем, тоже, живут маленькие существа? Некоторые их называют феями, кто-то зовет их духами леса, но многие люди, особенно взрослые, попросту не верят в них, не верят в их существование. Но феи на это не обижаются и взаимно не верят в существование людей. Но зато для тех, кто знает, что феи все-таки существуют, они, маленькие волшебницы, творят настоящие чудеса. К примеру, человек, не верящий в чудо, спокойно пройдет мимо инея на ветках, не оглянется на закат, так как все это очень обыденно и неинтересно. Но для тех, кто верит в волшебство, феи раскрашивают в яркие краски рассветы и закаты. В капельки росы они кладут крохотные бриллианты, чтобы ярче сверкало. А в серые будни они добавляют смех и улыбки. Но мало кто задумывается, что любят сами феи. Но как же мы можем порадовать маленьких волшебниц? Да все очень просто. Все до единой они обожают музыку, но только настоящую, живую и только от души. Они любят песни и танцы, но не заученные наизусть, а спонтанные, идущие от глубины сердца. Они любят, когда ты рисуешь. Неважно, насколько хорошо или плохо, лишь бы с вдохновением. Как и все девочки, они любят цветы. И да, больше всего на свете они ценят искренность.